Ставим перед собой цель и добиваемся их. Сегодня я хочу с вами поговорить опять про цель. А точнее про цель, написанную на небольшой карточке. Позвольте мне сегодня объяснить вам, что происходит с этой карточкой. В первую очередь, наша цель должна быть записана в настоящем времени и начинаться «Я так счастлива и благодарна сейчас за». Теперь, когда вы пишете вашу цель, вы автоматически создаете картину в вашем сознании. Эта картинка соединяется с клетками вашего мозга. Теперь, каждый раз, когда вы сунете руку в карман или сумку и вы дотрагиваетесь до вашей карточки, световой сигнал проходит по всей вашей нервной системе и затрагивает ваши клетки в мозгу, в которые вы создали картинку вашей цели. И каждый раз, когда вы дотрагиваетесь до карточки, вы автоматически включаете картинку на экране вашего сознания. Поэтому ваша карточка с вашей целью не должна пылиться на тумбочке или в кошельке. Ваша карточка с целью должна быть всегда рядом с вами, в вашей сумке или в кармане, всегда под рукой. Знаете, если я выйду из дома без своей цели, записанной на карточке, это то же самое, что я выйду из дома без обуви или штанов. Я ношу с собой мою цель уже очень давно. Моя первая цель была жить за границей в англоязычной стране. И я открою вам секрет. Я не верила, что это когда-то произойдет. Но знаете, что я обнаружила? Если вы напишете на карточке то, что вы хотите, и будете перечитывать снова и снова и снова, вы начинаете верить. Если написать ложь, а потом перечитывать ее по много раз в день, ваше сознание начинает верить в написанное. И как сказал Уильям Джеймс, верьте, и ваша вера создаст факт. Напишите вашу цель на карточке. Возьмите 5-10 минут и напишите в настоящем времени «Я так счастлива и благодарна сейчас, что…». Постоянно носите вашу цель с собой, всегда и везде. Постоянно перечитывайте вашу цель, думайте о ней, и вы заполучите все то, о чем вы мечтаете. Сделайте это прямо сейчас.